В понедельник в календаре Православной Церкви отмечается два праздника, которые имеют глубокие исторические корни. Первый праздник – это изнесение честных древ животворящего креста Господня и праздник мучеников Маковеев. Праздник изнесения честных древ креста Господня, он имеет довольно-таки далекую традицию. Это когда в Константинополе обычно в начале августа было увеличено количество болезней, то было принято износить по улицам честной крест Господень, тем самым освещая им места для того, чтобы люди, глядя на него, прикладываясь к нему, получали исцеление. Ну а праздник в честь мучеников Маковеев – это праздник в честь тех мучеников, которые пострадали, отказавшись нарушить закон, данный Моисеем. В этот день в православных храмах проводится торжественное богослужение. Церковный праздник получил в народе название «Медовый Спас», с которым связано много обычаев, примет и традиций. 14 августа освящают мак, мед, воду, букет из трав и провожают лето. Мы видим, что сейчас люди освящают мак, мед, зелья, но немножко люди имеют к этому неправильный такой подход. С чем связана эта традиция? Дело в том, что раньше, когда созревали плоды, первые, то люди брали это все лучшее, первое, что созревало, и приносили это в храм для освящения. Мы видим, что люди освящают сейчас букетики. Но о каких зельях идет речь? Если мы окунемся с вами в древние традиции, имеется в виду те травы, которые имели лечебные свойства и применялись для излечения каких-либо болезней. В праздничный день всем жителям и гостям города дарятся искренние пожелания мира и добра. Конечно, хочется пожелать прежде всего здоровья. Когда будет здоровье, будут силы и для труда, и для Бога. Помощи Божией хочется пожелать, потому что когда человек в своих трудах будет призывать имя Божие и просить Бога о помощи, то тогда человек сможет делать все. Конечно, спасение, мира и хорошего настроения. Поделились своим настроением и жители Черноморска, которые в праздничный день посетили Спасо-Преображенский храм. В первую очередь это самое главное – здоровье. Также мирного неба над головой, чтобы все было хорошо в каждой семье. Я хочу пожелать мира каждому жителю и в душе, и в стране, и в доме. На Маковея у православных христиан начинается двухнедельный Успенский пост, а 19 августа будет отмечаться один из 12 праздников – Преображение Господне или Яблочный Спас.